Дочь Халка, ну того самого известного рестлера, Брук Хоган, решила основать женскую лигу этого опасного, но зрелищного шоу. Рестлинг сочетает в себе боевые искусства и театральную постановку. Подробности проекта пока не разглашаются, но портал TMZ сообщает только, что компанию Брук составит дочь другого известного актера и мастера боевых искусств Жан-Клода Ван Дамма. Брук Хоган, известная в Америке певица и актриса, ее знаменитый отец никогда и не скрывал, что в карьере дочери принимал активное участие и связями в шоу-бизнесе пользовался, и на съемках всегда о своем чаде рассказывал, в частности, об успехах Брук в хореографии и гимнастике. Ну а дочь Жан-Клода Ван Дамма, Бьянка Бри, во многом пошла по стопам своего знаменитого отца. Девушка стала актрисой, продюсером и сценаристом. В детстве Бьянка мечтала об олимпийских медалях, серьезно занималась конькобежным спортом, но из-за травмы в спортивной карьере пришлось забыть. Однако она поддерживает прекрасную форму и даже боевые приемы под чутким руководством папы, конечно же, освоила.